сидишь. Господи, благослови. Я на камеру не буду. Садись, смотри, какие собаки тебя любят. Дал погладь ты его, фу, прям. Санди, пошла. Так, где вчера был? Рассказывай, кого в гостях. Куди. Тебе какая разница? Я хозяин, что хочу, то и делаю. Всем будет показывать. Уйди! Вчера подошел ко мне, просился в гости. Утром смотрю, обычно-то рядом, где-то сзади нету Никиты. Пропал, думаю, что же, сестры, смотрю, стоят твои. Где был, расскажи, что видел, мне интересно. Давай. Что такое единоличник? Не мне же одному интересно. Ну, кому интересно, пускай спрашивают. Ну, ты не это. Потом что-нибудь, какие проблемы из-за этого делают. Какие? Ну, наши всякие придумали. Ваши это кто? Способы всякие. Ваша Никита это кто? Наша община. У всех, кто посмотрит видео, что-нибудь какие-нибудь возникнут. Ну ты же сказал, возникнут вопросы, ну ты же сказал, что ну, ты на них ответят. Ну они лично выкладывать. А что ты в этом плохого видишь? А что в этом плохого видишь? Ты какой-то грех делал или что? Нет, ну и я почему ты боишься рассказать? Обязательно на камеру? Ну, почему ты боишься на камеру-то? Ты вот можешь мне любой вопрос задать, я тебе отвечу на камеру. На, давай. Держи, снимай. У тебя нету ко мне вопросов? Ну, все устраивает. Сколько ты у меня живешь уже? Недели три. Какие-то ко мне претензии есть? К вам нет, к собакам? Какой из них претензии? Ну, Шанди. К Шанди? Иди, к тебе вопросы будут, отвечай. Ну, видишь, тварь бессловесная, если не о чем спрашивать. Спать не давала нам. А эту ночь, кстати, у тебя не было, я выспался. Да, я думал тоже, я уж позвонил хозяйке, думаю, отдам. Выспался. Значит, не хочешь разговаривать. Боишься, что ваши, это которые в той общине старообрядцы, будут, они не любят на камеру-то сниматься и когда-то, что у них претензии. Леша нам уже разговаривал. Устинов, дядя твой, что Володя снимал на камеру в храме, а потом вот им, видишь, они думают, что Бог он не всевидящий. Что Бог не всевидящий. Веры-то нету, видать. Вам расскажу, а на камеру не расскажу. О, что делается. О, видал, как им хорошо тут. Это надо, чтобы они вот выбесились. Устали. Я вот вчера их это выбесил. Часа три, наверное. И они мне дали спать. А они днем-то выдохнутся, а ночью им охота поиграться. А нам поспать охота. Видишь, у них день с ночи перепутали. Вот дружки. Интересные. Ну-ка, стой, иди сюда. Сними с тебя колючку. С тебя колючку что сниму? Спрашиваю у Анфисы, говорю, где Никита? Он говорит, пошел в другой храм. В какой? Старообрядческий. Это вот, который на Исакова, да? Ну, возле, там стадион рядом, лабиринт. Ну, я недавно проезжал рядом с ним, там стая бродячих собак.
Не видел? Днем там две будки. Будки не обратил внимания, но это вот на стороне второй северо-западной. Там построили две опекунши будки и опекали стаю брать. Там собак 10, наверное. Я думал, может быть, это прихожане какие-то. Это, ну, хотел тебя спросить. Ну, ну, они не на территории, они. Вот. Сколько это служба была по времени? Три? Ну они, как сказать, мы ровно в 8 начинаем, а они раньше начинают, минут 40. Часы там пока считаем. 7:20, а вы ко скольки пришли уже? К 7:20 уже там были? Или к 8 вы? Где-то без 28 мы там были. Без 28? Да, они уже. А, уже как бы вы опоздали, получается, или там на часы, ну, можно? Ну, можно к 8 приходить, на часы можно. То есть там не так, как у нас, строгости, конечно, нет такой. Ну, а одеяние у них строго? Платки, в смысле, два платка, юбки, как там у них? Я не обращал внимания. Ну, а мужчины с бородами? Нет. Да ты чё? Вот тебе и старый обряд. Может быть, это какие-то вообще, ну, может, я так думаю, знакомые какие-то, знакомые старообрядцы, не верующие. А, к ним в гости приходили, да? И в храме были. Ну, то есть туда сейчас пускают, как бы... Сами-то старообрядцы, они все там были. То есть там были и старообрядцы, и были такие захожане, как тебе показалось, то есть бритые. Нет, нет такого. Да, да, да. И женщины в брюках были, наверное, да? А без платков? Тоже не было. Ну, если маленькие девчоночки не брать. А, так маленькие были без платков. А с косметикой не обратил внимания? Ну, мужчины бритые были в храме, да? Это ты. А кого больше, женщин или мужчин? Да и тех, и тех. Хватает, да? То у нас-то в основном в храм зайдешь, одни бабки. Мужчин нету. А к мусульманам зайдешь, но ни одной бабки не встретишь. Как-то так вот интересно. Господь устроил. А служба на каком языке была? На церковно-славянском? А по-русски что-нибудь читалось? Пару молитв все-таки по-русски были. А какие молитвы по-русски? Можешь вспомнить? Не вспомнишь? А проповедь была? После храма, ну, небольшую беседу такую провел. Минут на 5. Читать. Ну, да, чтобы, чтобы понятно было, потому что я. В блудном сыне, ну, не сам священник, а какой-то дьякон. Ну, читал и Он в момент подхождения ко кресту, он объяснял. Ну, растолковал притчу о блудном сыне. Что, тебе запомнилось что-нибудь? Мы сегодня тоже читали. Игорь Дубинов растолковал. Ну, отец. Два брата. Старший и младший. Младший олицетворяет кого? Не рассказывал? Ну, а как? Ну, притчу эту ты знаешь, да? Притчу о блудном сыне. Ну, а отец кто там? Ну, смысл. Да, да, да. Ну, был во грехах грешник, покаялся. Кому? Ну, к отцу, он же не. Ну, люди же не. Да, да, да. Перед Богом же люди каются. То есть отец олицетворяет Бога. А эти два сына тоже кого-то олицетворяют. То есть на народ, который живущий, да, да, и который жил праведно, потом отпал, потом опять вернулся. Вот. И он говорит, у отцов много наемников, как бы все. Ты так. Притча о блудном сыне. Это неделя. В блудном сыне. Скоро пост. Сосредщего творяется.
Вот разыгрались. А вот. Сейчас приезжал хозяин, Шанди принес. Привез говядину, она не ест ничего второй день. Они ее там откормили, конечно. Наверное, сейчас посмотрю. Смотрим, как здорово тут. Где она дома? Ну, если так будет двигаться, она сколько худеет, если есть не будет, как будто. Строили борьбу. Ну, а это... После храма у них там, как вот мы собираются, трапеза там или... Нет, для детей есть трапеза. Воскресная школа, типа, да, а. Там отдельные здания. А рядом с храмом у них там воскресная школа, да? Да. Они после богослужения с ребятишками там их кормят и занимаются с ними. Ты не ходил, не смотрел? Ну, это, перед. Перед богослужением зашел, посмотрел, да. Ну а в храме как там? Красиво? Ну, работы еще много. Работы еще много? Ну а то, что уже сделано? Большая. Сейчас, ну, сейчас чисто украшать можно. Алтарь. Иконостас, который перед алтарем, который здоровый там. Угу. На стене. Это его сейчас надо будет делать. Mm-hmm. Вернее, он сделал, надо на него нарисовать икону. Ну, как большой храм Питера. Такие длинные. То есть он еще до конца не оборудован, ну, сейчас, не благоукрашен, так скажем. Внутри там всякие доработки будут. Угу. Понятно. Давно его открыли, не знаешь? Не спрашивал. 17. Точно. И тебе интересно было после армии, ты ни разу там, ну, как бы. В новом нету. У них старый домик. В два раза меньше нас. Наш, он старый на Попанице, да, такой синенький такой, по-моему, да? Да. Ну. А сейчас этот на Попанице функционирует, не знаешь? А ты там был на Попанице? Там отец Никола, по-моему. Я тоже что-то, мы приезжали, сейчас не помню, что. Я так руки ему поставил, говорю, благословите батюшка. Он отвернулся, даже не стал со мной с Никонянином разговаривать, я даже понял, что. Ну, а глаза такие светлые, чистые, такой, он мне запомнился, такой борода такая у него белая, седая. Чего ж мы ездили, не помню, что. Угорели, а. Ну, доволен, что сходил, посмотрел-то. Конечно. А что тебе, как бы? Ну, что тебя там впечатлило? Чем доволен? Сам храм. Когда что-то новое что-то, ну, построили, посмотрели, что-то. Не, ну посмотреть-то можно, как бы после работы заехал, да посмотрел. Нет? То есть у них не как Московская патриархия. Проходную, там же в любой момент можешь зайти. Вряд ли. Сторож есть. Ну, я точно. Ну, сторож. Ну, они же, знаете, в Москве подвигают каждый день же служат. А здесь у них тоже по выходным. Только по выходным, да? Там такие дни не нету. А церковная лавка там, это есть у них? Торговый, что ли? Да. Не видел? Свечки там, никто тебя не просил передавать. Нет такого, да? Ну, а там как бы иконы продают там или что там? Я не обратил внимания, да? Книги продаются там, нет? У нас тоже ничего не идет. Просто как там, заходишь и... Ну, заходишь, тут небольшая прихожка.
А это, а в одежде люди стоят или раздеваются? Раздеваются там? Там вешалка есть, да? Угу. Ну вот так. А занятия там, вот как у нас, после трапезы не собираются, только, только детей, взрослых нет. Не знаешь, не спрашивал. Тебе не интересно, да? Да ладно вы. Вот разбесились-то. А с когда батарейки кончатся? Ладно. Пускай подольше. Хоть выспимся сегодня ночью, наверное. Она первую ночь не там хрюкала, всю ночь ходила. Что, в той комнате закроешь, так она там не сидит, там ей надо общество разбаловали. Привыкли с людьми сегодня. А? Привыкли с людьми, с хозяевами везде и ну... всюду. И спать нужно вместе с ней. Ну, на хозяйка мне что понравилось, она говорит, я, хозяйка Шанди, я, говорит, рано ложусь. Я рано встаю, в 5 утра встаю, ну, ложится, наверное, в 5 вечера, не знаю, не спросила, сколько ложится, ну, то, что вот, я говорю, не знаю, как в 5, меня, говорю, в 2 будет, говорит, иди меня гулять, сегодня, ну, спаси Христос, брат, мы все снимаем, выставляем в интернет, вы не против? Не против? Ну и слава Богу.